Здравствуйте, на ТНВ основной выпуск новостей Татарстана. В студии Миля Ушакашапова. Мы работаем в прямом эфире и готовы рассказать о главных событиях на сегодня. Мера пресечения. Старались не наносить боли? Вред. Что ждет жительницу Казани, подозреваемую в избиении своих детей? Узнал Рамиль Шайдулин. Новые федеральные образовательные стандарты, новые учебники. В среднем в этом году выделяется более 2000 на одного школьника. Хватает ли учебников в татарстанских школах? Кто их закупает и сколько на них тратят? Расскажет Алия Хайрудинова. Роща раздора. Кто-то вдруг начинает работы в особо охраняемой природной территории. Почему роща на Гаврилова снова стала местом конфликта? Разбиралась Вероника Гайнудинова. Авиастроительный суд Казани сегодня на 2 месяца арестовал мать, подозреваемую в избиении 3 дочерей. Младшей нет и года. По данным следствия, она была пьяна. Возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям. Глава следкома России Александр Бастрыкин дал поручение доложить расследование. Сегодня в суде от былой агрессии у подозреваемой не осталось и следа. Гузелия Гайнулина плакала и каялась содеянным. Но никто, даже из ближайших родственников, поддержать ее не пришел. Репортаж Шамиль Шайдулина. Гузалия Гайнулина не говорит ни слова и совсем не смотрит по сторонам. Лишь войдя в зал суда, мать 3 детей, заметно нервничая, начинает вспоминать произошедшее. А вы сожалеете или это в порядке вещей? Я не сожалею. А? Давай! Эти кадры взбудоражили всю республику. Женщина в кадре избивает 3 детей. Бьет их по голове, кричит и даже пинает. Позже выяснится, это их родная мать. А на видео девочки 4 и 12 лет и 8-месячная малышка. Снимает все, видимо, старшая дочь. Именно ей мама советует отправить видео отцу. Давай! Отправляйся, папаша! Сегодня перед избранием меры пресечения подозреваемая заметит. Да, била, но по ее словам не сильно. Однако девочек госпитализировали. Понятно. Старались не наносить боли? Вред. Гузалия Гайнулина, ее дочери и муж проживают в этой многоэтажке в авиастроительном районе Казани. Глава семейства работает на заводе. Супруга после рождения 3-го ребенка трудилась в алкомаркете. Несмотря на это, по словам соседей, сама она не пила и на детей раньше руки не поднимала. Это может с мужем что-то. Это не знаю. Детей, то есть, она любила. Она их никогда. Там не то, что там вот так избить. Она не хлопнула никогда. Она на самом деле любила детей. Что вот это могло случиться с ней? Непонятно. Я не знаю, меня там не было. Может, они поругались. Но чтобы она детей оставила когда, чтобы чего. Вообще никогда нет в жизни этого не было. Никогда я прям этот. Что-то между ними, что ли, там как-то такое произошло, наверное. Вот я не знаю. Ну, скорее всего. Вот. Только это, наверное. А так вот я не говорить могу только хорошее. Что послужило причиной такой внезапной вспышки ярости, мы попробовали спросить и у самого супруга женщины, но мужчина, говорить с журналистами, отказался. Небольшой вопрос. В суде рядом с 32-летней Гузалией Гайнулиной только государственные адвокаты и журналисты. Учитывая тяжесть преступления, последствия содеянного и то, что потерпевшими стали малолетние дети, суд принял решение отправить женщину в СИЗО. Когда следствие будет ловить, избрать в отношении Гайнулиной и Гузалии мы подозреваем в совершении преступления преступления статьи 56 КРФ, пункт ТАГ, часть 2, статьи 18 КРФ, мер заключения исключения по стражу, сроком 2 месяца, на суток. Часть заседания проходила без присутствия прессы. Как объяснили в суде, это связано с соглашением данных о физическом состоянии несовершеннолетних. Несовершеннолетние – это дети, подозреваемые, которые в ближайшие 2 месяца не увидят свою маму решением суда. Она оставлена под стражей до 27 ноября. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Новым прокурором Татарстана на 5 лет назначен Альберт Суяргулов. Указ сегодня подписал Владимир Путин. Альберт Суяргулов последние 9 месяцев работал заместителем прокурора Санкт-Петербурга. В прошлом году ему досрочно присвоили классный чин старшего советника юстиции. В числе его наград есть именное оружие, медаль адмирал флота Советского Союза Горшков, грамота генпрокурора России. Бывший прокурор республики Ильдус Нафиков указом президента назначен на должность прокурора Мариэл. Также на 5
след. 25 сентября Совет Федерации поддержал кандидатуры Суяргулова и Нафикова на эти посты. Уже несколько дней в системе образования всей страны неспокойно после заявления Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации заявила, в ряде регионов не хватает учебников по новым стандартам. А сам стандарт назвала золотым. Стоимость одного учебника взлетела до 750 рублей. В красной зоне оказался Дагестан, где из 14 требуемых книг детям выдали только 4. Проблемы и в Санкт-Петербурге, Севастополе, Рязанской и других областях. Татарстана в списке проблемных регионов нет, но, как мы выяснили, или не все школы смогли полностью закупить новые комплекты. Шестиклассников Кызылярской школы по праву называют первооткрывателями. В этом году они учатся по новой программе, но по старым учебникам. Закупить обновленные в школе смогли только для первых и пятых классов. Теперь учителям приходится менять учебный план и самим готовить раздаточный материал. Учителю работу усложняет, потому что долго надо готовиться по новой программе. Ну, у нас в начале года совершенно новые темы. На все школы Бавлинского района из республиканского бюджета выделили 7 миллионов рублей. Кызылярской школе на новые учебники досталось 258 тысяч. Этих денег на всех не хватило. Пока полностью обеспечены первые, вторые и пятые классы. Когда выделят средства, сразу закупим для среднего и старшего звена. Дети пока учатся по учебникам прежней программы. Но все-таки первоклассники, они только пришли, то есть начало учебного процесса, поэтому мы взяли для первоклассников, и у нас среднее звено, это основная школа, начинается с пятого класса. Открываем страницу 34-35. Повторяем с вами подлежащие и сказуемые. Второклассники Лаишевской второй школы разбирают состав предложения. Задания прописаны в новых учебниках. Их школа заказала еще в мае. В Лаишево 27 школ. В них обучаются почти 8 тысяч учеников. К новому учебному году для них закупили 17 723 учебника. На это из республиканского бюджета было выделено 11 760 000 рублей. В этом году школы сами считали, сколько нужно учебников. Но и этого оказалось мало. В 7 школах Лаишево учебников на всех не хватило. Проблемы, конечно, есть с обеспечением учебников. Это касается, в первую очередь, школ, которые находятся близко к городу Казани. Потому что очень много семей переезжают. Естественно, они обустраиваются в наши школы, в наши поселения. И вот в связи с этим у нас появляется нехватка. Из муниципального бюджета на сегодняшний день выделено 1 600 000 с лишним денег. В этом году новый федеральный образовательный стандарт определил и новый перечень учебников. В нем 3 раздела. В первый вошли обновленные учебники, во втором указаны разрешенные сроки использования прежних книг, в третий вошли те, которыми можно было пользоваться только до августа этого года. У нас есть документ о нормативном финансировании. В среднем в этом году выделяется более 2000 на одного школьника. По словам специалистов Минобра, обновленными учебниками обеспечены почти все начальные классы республики. Для средних и старших есть время до 2025-го. К этому сроку все учебники в школах должны соответствовать обновленному перечню. Один комплект учебника чуть дороже прошлогоднего, конечно, но где-то 750 рублей. Путем простой математики мы подсчитали, стоимость одного комплекта 750 рублей. Из бюджета на одного ребенка выделяется порядка 2000 рублей. Это значит 2,5 учебника на одного ученика. И становится понятно, почему всем не хватило. Сегодня у нас у Булата 5 уроков. Это русский язык, окружающий мир. Мама Булата показывает набитый учебниками портфель. Сегодня будет и русский, и математика, и английский. Школа практически всегда это снабжает нас учебниками. Это прям плюс. Ничего не покупаем. В школе учебники все в хорошем состоянии нам достаются. В то время в Дагестане, пишут СМИ, вместо 14 учебников выдали 4. Остальные просили докупить самим родителям. Мы запустили опрос в соцсетях. 58% сообщили, учатся по старым книгам. 32% обещали, что скоро выдадут. 10% предложили скинуться самим. Опросили и родителей у школ. У нас нет, не просили. Школа обеспечивает всеми учебниками. Учебники новые.
хорошие. Ребенок уже в третьем классе учится. За эти 3 года ни разу не покупали ни рабочие тетради, ни обычные книги. То есть, ну, школа полностью обеспечивает всем необходимым. Единым с этого учебного года для всех 10 и 11-классников России стал учебник истории. В Татарстане его закупили больше 32 тысяч экземпляров. На это из бюджета республики направили 43 миллиона рублей. По словам специалистов Минобра, в России хотят создать золотой стандарт учебников по 6 предметам. Это математика, русский язык, история, география, химия и физика. Алия Хайрудинова, Аделя Закирова, Рамзиль Гарипов, Игорь Хабибуллин, ТНВ, Татарстан. Появление тяжелой техники на берегу Казанки на Гаврилово вновь встревожило жителей. Несмотря на особо охраняемый статус территории, здесь начались строительные работы, утверждают активисты. Берег уже расчищен от растительности. Для жителей Новосавиновского района это единственный природный уголок. К тому же водятся краснокнижные птицы, нерестится рыба, растут уникальные растения. Что сейчас происходит на берегу реки? Что говорят контрольно-надзорные органы? Выясняла Вероника Гайнудинова. Это было сюрпризом не только для экологов и активистов и местных жителей, но также, насколько я понимаю, и для исполкома. Были они, конечно, удивлены. Кто-то вдруг начинает работы в особо охраняемой природной территории. Эти работы с использованием тяжелой техники здесь стартовали 18 сентября, рассказывает Тимур Яскараев. Обеспокоенные жители начали присылать фотографии, где видно, как на берегу работают 2 экскаватора. Хотя роща на Гаврилово с октября 2020 года является особо охраняемой природной территорией местного значения. Мы сейчас стоим в особо охраняемой природной территории парк Савинова, а вот чуть подальше... Вот сейчас у нас Казанка обмелела, да? Это уже находится залив Куйбышевского водохранилища. Все, что мы вот здесь видим, это, скажем так, не городская вода, это федеральная вода. Работы ведутся на обмелевшем участке реки. Инициативная группа узнала, техника приехала по заказу организации «Восвод Плюс». Они вчера мне объясняли, что они здесь хотят построить какую-то базу по обучению спасения на воде. Они, насколько нам известно, собственно, тут их бригадир об этом говорил, прогонял здесь местных активистов сначала, сказал, что здесь все выкуплено, дословно. Скорее всего, они выиграли торги у федерального Волжского управления, ну, так наверняка и есть. Ну, пока у нас нет на руках документов, я об этом говорить не могу, но они фактически сами в этом признались. Как кажется, они могут, имеют право работать только с воды, значит, они стали сразу, значит... эти камыши вот эти ломать и сломали более километра квадратного камышей, вот, никого не спросив. Значит, ну, естественно, здесь собрались люди сразу, все против. Переживаем за то, чтобы это оставалось все в таком виде. Ну, может быть, здесь когда-то появится парк, мы будем счастливы, он будет как-то благоустроен. Но чтобы это не было застроено и чтобы этот зеленый уголок на радость всех жителей здесь остался. Сегодня технику на берегу мы не застали. На месте были сотрудники и руководители татарстанского «Восвода». Разрешение у нас получено от Нижневолжского бассейнного управления. Разрешение дается на строительство гидротехнического сооружения берегоукрепительной стенки, которая улучшит данный берег и позволит людям подойти к берегу, воспользоваться им. Как бы можно будет сесть на лодочку, прокатиться, можно будет прийти с коляской сюда, потому что до этого здесь были камыши. Сергей Артамонов рассказал, планируют выстроить берегоукрепительную стену из габиона. Это камни, покрытые металлической сеткой. Как он отметил, все на средства общественной организации. Берег укрепляют, планируют построить базу «Восвод». В нашем городе слабо она развита. Мы хотели бы развивать нашу общественную организацию, чтобы дети могли, знали она, чтобы дети могли правильно пользоваться водой, учились плавать. Учились вести себя на воде. Разрешительные документы касаемо воды у нас есть. Парк, который нам сейчас говорят, то, что мы якобы пользуемся территорией парка, мы парк не трогаем. Сегодня на место выезжал инспектор управления Росприроднадзора в Нижневолжском бассейновом управлении. По Татарстану им подтвердили выдачу разрешения организации «Восвод Плюс» до 2028 года. Оно распространяется только на акваторию Казанки. Росприроднадзор проверит, не допущены ли нарушения. Будем смотреть, накладываются ли они на береговую полосу, то есть чтобы было понимание, где конкретно проводятся работы, в соответствии с представленными разрешительными документами или нет. Если они выходят за границы, которые им установлены, то это уже нарушение
условий. Результаты будут готовы в течение недели. Свою проверку ведет и исполком Казани. В Комитете внешнего благоустройства выяснили, что на особо охраняемой природной территории незаконно вырублены зеленые насаждения. По результатам выезда и проверки мы определили, что незаконно было вырублено зеленых насаждений на площади 3000 квадратных метров. Ущерб был причинен более 2 миллионов рублей. Территория ОПТ. После этого были направлены письма в управление административно-технической инспекции для привлечения нарушителей к административной ответственности. Также подготовлено обращение в адрес природоохранной прокуратуры для последующих процессуальных действий. Природоохранная прокуратура также проведет проверку, а исполком сейчас готовит исковое заявление об отмене водопользования. Говорит ли это о том, что разрешение изначально было незаконным, или злую шутку сыграло резкое опеление рек и то, что этим воспользовались? Законность проводимых работ выяснится после завершения проверок ответственных органов. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Увезли последних коров. Из-за закрытия ферм под Новошишминском около 100 сельчан остались без работы. Как близки руководству мэрии Казани инвестора. Ликвидировало сельхозпредприятие в трех деревнях. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казанской ратуше состоялось 5-е заседание московского формата консультации по Афганистану. На переговоры приехали представители этой страны, а также России, Индии, Ирана, Китая и еще ряда азиатских государств. Во встрече принял участие Рустам Минниханов. Московский формат был создан в 2017 году. 11 стран региона с единых позиций взялись за поиск мирных путей урегулирования афганского кризиса и достижения национального примирения в стране. О чем удалось договориться в Казани, узнал Дмитрий Аринин. Перед началом заседания участники смогли познакомиться с достопримечательностями Татарстана на выставке «Фойе ратуши». Также Национальный музей республики представил реликвии исламской культуры – древний Коран, шамаили, национальные украшения. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатов. Добрый день. Уважаемые наши гости. В начале встречи гостей поприветствовал Рустам Минниханов. Раис республики отметил, московский формат консультаций показал свою эффективность, а взаимодействие с исламским миром для России и Татарстана приобретает особое значение. За эти годы уникальный механизм московского формата консультации по Афганистану не раз доказывал свою высокую эффективность. Актуальность его работы сегодня возросла, несмотря на то, что политические реалии в Афганистане кардинально поменялись. Сегодня для нашей страны взаимодействие с исламским миром приобретает особое значение. Татарстан активно работает в данном направлении. Хотел бы отметить растущий интерес общественно-политических и деловых кругов Республики Татарстан к работе в афганском направлении. Действующее правительство Афганистана пришло к власти в 2021 году. На встрече участники высказывали свои предложения, что необходимо сделать для безопасности в регионе и восстановления страны. Сегодня в Казани ждали министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но в последний момент в его рабочем графике произошли изменения. Гостям он адресовал обращение. Московский формат носит открытый, универсальный характер, позволяющий сблизить подходы непосредственных соседей, других заинтересованных региональных игроков к развитию отношений с действующим правительством Афганистана. Страны Запада, нанесшие афганскому народу невосполнимый урон, должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления страны. Как отметили представители Афганистана, страна будет продолжать борьбу с наркотрафиком в регионе и готова развивать приграничные сотрудничества и совместные проекты, например, транспортный коридор «Север-Юг». Афганистан готов предоставить все необходимое для реализации инфраструктурных проектов по энергетике, сельскому хозяйству, железнодорожному сообщению. Как сегодня отметили, ряд российских компаний, в том числе КАМАЗ и Татнефть, заинтересовались выходом на афганский рынок. Сейчас, когда в Афганистане восстановлена безопасность, настало время реализовывать проекты, связанные с экономическими связями. Ориентируясь на нашу экономику и внешнюю политику, мы готовы предоставить все возможности для региональных связей. США и их союзники заморозили афганские авуары и ввели односторонние санкции и таким образом усугубили страдания афганского народа. США и их союзники должны знать об этом и должны взять на себя ответственность. Одно из предложений к афганским властям – введение инклюзивности временного правительства, чтобы в нем были представлены различные этноконфессиональные группы и политические силы Афганистана.
Потому что это важно для афганского народа прежде всего. И мы из этого исходим. Вся любая другая неинклюзивная структура недолговечна. Предыдущая тоже не была сильно инклюзивной, потому что власть в Афганистане, потому что была марионеточной и американской. По итогам переговоров была принята декларация. Как отмечают, встреча в Казани позволила лучше прояснить позиции стран. Встречи московского формата собираются продолжить и в будущем. Дмитрий Ирин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Рустам Миниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в России Мехметом Самсаром. Дипломат также участвовал в заседании московского формата консультации по Афганистану. Раис республики поблагодарил посла за внимание к развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства с Татарстаном. Посол завершает свою миссию в России и прибыл в Казань попрощаться лично. Турция один из ключевых международных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот превысил $1 млрд. Казань была одним из первых мест, куда я приехал, когда я прибыл в Россию. И с первой встречи всегда чувствовал вашу поддержку. Наличие генерального консульства для нас очень такой серьезный инструмент для работы. Ну и наши отношения уже такие, что они исторические. И нам важно эти отношения сохранить. Компания «Четыре грани» открыла в Казани завод вибропрессованных изделий. Он должен закрыть потребность республики в качественной тротуарной плитке, брусчатке и бордюров. Для компании ООО «Четыре грани» это завод второй. Первый успешно работает в Тольятти. Теперь и у нас будут производить вибропрессованные изделия разных цветов и конфигураций. Это брусчатка, тротуарная плитка, бордюры, блоки. Мощность нового предприятия до 2000 квадратных метров продукции в сутки. На производстве есть независимая строительная лаборатория ГОСТ. Вся продукция проходит сертификацию. Много трудностей было, но все преодолели. Мы постараемся закрыть все потребности, обеспечить Республику Татарстан всем необходимым изделиями. Из вибропрессованной брусчатки, блоки и так далее. Мы с Татарстаном уже плотно работали. Наш завод открывает более 40 рабочих мест. Будем развиваться, будем добавлять структурные подразделения. Запуск нового производства позволит клиентам в республике экономить средства на доставку. Будет снижена и себестоимость товара, так как на казанском заводе будут использовать местное сырье. Крупным заказчикам доступны услуги по механизированной укладке брусчатки. Особенность завода – линия по производству брусчатки в цвете мультиколор. Это смешение трех цветов в одну палитру. В Казани презентовали лучшие проекты республиканского конкурса юных экскурсоводов «Маршрут милосердия». Он организован благотворительным фондом «Акбар Созидания» под эгидой Общественной палаты. В своих работах подростки рассказали о земляках, с которых хочется брать пример. Награды юным победителям вручил герой России Расим Баксиков. Цель конкурса «Маршрут милосердия» – через изучение благих дел своих земляков привить детям доброту и милосердие. Сколько доброго, сколько хорошего может сделать человек, если душа расположена к тому, чтобы делать добро. Я расскажу про самый молодой православный храм в Нижнекамске, построенный на средства благотворителя. Ребята сделали виртуальные экскурсии, где рассказали об известных личностях, достопримечательностях, связанных с историей благотворительности. Из 60 работ школьников со всей республики в финал вышли 13. Презентация воспитанников Аксубаевского приюта о сборе гуманитарной помощи участникам СВО до слез тронула героя России Расима Баксикова. Им там все-таки тяжело. Мы тут вот живем в тиши, можно сказать, а у них там все вот сложно так. Им нужна поддержка. Наш проект, наверное, также вносит небольшой, но вклад в развитие милосердия нашей республики. Победители получили дипломы и денежные призы, а главное – желание совершать добрые дела. Сегодня на могиле народного артиста Татарстана Рафаэля Ильясова установили мемориальную плиту. Певец скончался 3 года назад. Ему был 81 год. Сегодня на мусульманское кладбище почтить его память пришли близкие, друзья, коллеги. Эскиз памятного камня сделал известный каллиграфист Наджиб Накаш. Здесь выгравированы ноты песни «Олы Юлнын Тузана», которую исполнял сам Рафаэль Ильясов. У него были уникальный тембр и вокальные данные. Многим музыкальным композициям, которые
которые не были ранее известны широкому кругу слушателей, он подарил новую жизнь. Сейчас они золотой фонд республики. Более полувека проработал на радио «Татарстан». И благодаря ему здесь собраны уникальные архивы народных песен. Он является таким исполнителем, уникальным исполнителем длинных татарских и башкирских песен. И, конечно, вот эта его уникальная способность, она позволила вернуть из небытия много песен, которые не звучали, оставить их в фонде наших радиостанций, в том числе и радиостанции «Новый век». Ну, он очень много поддерживал молодых. Мы из молодых, вот, давай еще запишем, если худсовет какое-то замечание скажет. Из этой исполнения можно сделать песни. Ну, были товарищи по 10 раз записывали. Это все под его руководством, под его помощью. Он так многим талантам он открыл дорогу. Это все, о чем мы успели рассказать. Увидимся в следующих выпусках новостей. Здравствуйте, Исян Мисис, в студии Динар Бадрудинов. В Татарстане погода все так же находится под влиянием холодного атмосферного фронта. Температура остается практически на одном уровне. Подробности прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Арске, Высокой горе и Кукмаре переменная облачность без осадков. Температура днем в среднем около 16 градусов тепла, ночью от 4 до 7. В Буинске, Тетюшах и Апастово также облачно с прояснениями, без дождей. Однако здесь теплее, днем до 19 градусов, ночью от 4 до 8. В Черемшане, Новошишминске и Аксубаево переменная облачность, осадков и здесь не ожидается. Температура днем около 18 градусов, ночью от 6 до 9. В Агрызе, Нижнекамске и Сарманово облачно с прояснениями. Местами пасмурные дожди, днем до 17 градусов, ночью от 8 до 10 градусов. В Бугульме, Азнакаево и Урусу также возможны осадки. Температура примерно такая же. Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью около 10 градусов. В выходные погода в туристических городах Татарстана будет располагать к прогулкам, однако одеться придется потеплее. В Свияжске облачно с прояснениями и без осадков. Температура 17 градусов днем, 6 градусов ночью. В Болгаре такая же картина, переменная облачность без дождей. Днем до 18, ночью до 8 градусов тепла. В Елабуге днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью будет около 10 градусов тепла. В Казани в предстоящие сутки будет прохладно. Температура днем поднимется лишь до 17 градусов тепла. Ночью будет 7 градусов. Однако дождей пока не прогнозируют. Атмосферное давление чуть выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, умеренный. Влажность более 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Первый месяц осени подходит к завершению, а в начале октября синоптики обещают понижение температуры и осадки. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи. Кенерго Зумышлобулсон,